подложку из вспененного полиэтилена укладываем пробковый пол. Это многослойная доска, сверху и снизу прессованная пробка, а посередине древесно-волокнистая плита высокой плотности. Соединяются элементы замковым способом, без клея. Еще не закончена отделка, но как преобразилась комната благодаря нашему яркому пестрому полу. По сути, он будет главным цветовым акцентом в интерьере, все остальное сделаем достаточно нейтральным. Доску мы уложили во всем помещении, от одного торца к другому, чтобы пространство воспринималось целостным. Покрытие имитирует пол, набранный из старых потертых досок. На самом деле это рисунок, напечатанный на верхнем слое пробковой доски. На ней еще три слоя лака, так что со временем цвет не сотрется. У пробкового пола масса достоинств. Поглощает шум, пробка отличный теплоизолятор, сохраняет комнатную температуру, и по ней будет не холодно ходить босиком. А это важно, ведь у нас здесь еще будет и спальное место.